Что, сука, непонятного? Там еще притянуло, по-моему, и на притяжке то ли хвостом вас убило, то ли чем, блядь, там убило. Я что-то не понял, блядь, человек 5 или 7. Вот это подосрало, блядь. Часть без прохила просто тупо было. Я стоял секунд 15, за хила вообще не было, блядь, от слова совсем. Стак от стаков, от всей хуйни, от ауры, блядь, и нихуя ничего, никто не хилил, блядь. Вот и все. Это где-то Причина смерти. на второй фазе. На Там второй фазе, и хилы сдохли, и еще освобожденка у них, наверное, стакалась. это было 4 штуки. Ну, я... Давай этот самый, кто там у нас есть, призан, ебани в шестого хила, короче, пока стоишь там. Хоть у них когда освобожденки, хоть подхиливаешь. Милики там все равно их хватит склепы разбить. Жрите рыбу. Давайте, у нас час остался. Четко за каждым склепом прячьтесь. Где рыба? Поставить кто-то? Знаете, хавайте. Рарника, у тебя кончилось? Да, надо новую делать. А я сделал, я там где-то в ГБ ложил. Сейчас, ну, в ГБ лежит первой чайкой. Сейчас я тебе ее передам. Так. Сейчас я ее тебе закину. Потом будешь ставить. Все, проверка, и будем запускать. Все, сейчас призад немножко поможет на последней фазе. Главное, не сдыхайте, как бичи. Что у нас там, Вадикон? Так, есть. Викторка, короче, дай по Синтеку. Ты тут по Вадикону. Притон. Притон дай по Вюпсиню. СС. Фулл ДПС. История, там тебе закинулось, что кошем скинул, да? Готовимся, скоро притяжка. Метки вниз. Прячемся по центру. Подбиваем склепы. Справа далеко. Какая-то по счету, я уже на четвертой, да? Дыхание там притяжка будет, готовимся. Ну где, блядь, притяжка? А вот. Ебать, интересно, она как-то у него, блядь, сейчас непонятно. А чё за залупа? Почему вы дохнете, блядь? А она сейчас откинула, просто там ребят не прохилили, ебать, скорее всего, я думаю. Призн, вставалка есть? Блять.
просто после... второй раз такая хуйня, ебать, какая-то непонятная. После глыб, синтек призана, водикон историю. По центру падает, прячемся. Мы пробуем. Больше никому нельзя сдыхать. Залупа какая-то. Ебала эту притяжку. Минус 3, блядь. Третья вроде. Центральную подбейте. Бить дохуя еще. 400 тысяч. Четвертая падает по центру. Давайте добивайте. Резайте людей. Сразу их захил. Фулл баф. Призан. Сразу тотем слей. Ты один в пате. Водикона ему инер залей. По призану. Каску лапу пристаба, все обновите. Так, притяжка сейчас будет, смотрим. Да, блядь, взлетка 3 секунды. Хуёво. Метки вниз. Не заморозьтесь только вдвоем. Нормально. Слева, далеко. Там же справа близко. И четвертая. Тоже там же. Сейчас разбивайте и 2% до фазы. Готовьтесь. Так. Готовьтесь убегать, милики. Сейчас 1%. 5 секунд до склепа. Смотрим, в кого прилетит. Сразу звездочку и сразу разбиваем. Так, маг звездочку. Засчитуйте его, захотайте. Сразу разбиваем. Следующую звездочку и будет притяжка. Готовимся, милики, уходить. Уходим. Выпсень. Вилашу хилы хильте. Сейчас притяжка будет, готовимся. Захиливаемся. Так, после притяжки разбивать готовьтесь. И метку в звезду сразу. Милики, готовьтесь уходить. Метку в звезду. И вообще не отходи. И сразу разбиваем эту метку или менять. Сразу разбивайте, сразу разбивайте. Следующую то же самое. Сразу звезду и сразу разбить. ПСим. Там пару секунд буквально есть доты обновить. Шаман. Так, отлично. Сразу разбиваем. Следующую тоже звезду и сразу разбить. Так, Викторка. Сразу разбиваем. Следующую сюда же звезду и будет притяжка. Так, он реальный. Он реальный, где он там? Я здесь, я в метке, все. Это маленький, что-то не видно тебя было. Подбивайте, после того, как разобьете, сразу звезду метку и сразу разбить. Как и... Ладно, хуй с ним. Звезду, милики ушли, разбить. Сразу разбить. После этой все в сторону. Давайте Геру. Все в сторону. Ну также меняешь еще пару раз. Призом в сторону. Будем добивать.
Full DPS. Давай Т4 этот Вилаша. Ага. Так, иду менять. Даю Т4. Метку в сторону. Бургер, бургер, бургер. Все, 500 тысяч. На лисе шкаф там поставить. Где Триня? Нету, блядь. Без шея. Так, кому шея надо? Шея была бы, тогда была бы без, блядь, а так хуйня чистая. Шея лучше с острова пока что. Я уже не рефанарю, неужели она сейчас лучше? Но все равно лучше она будет в любом случае, но не ап на этой нету. По статам, да. А так хуйня. Так, завоевателя две штуки, кому надо? Сумоньте там на лича. Только валик не сагрите по дороге. Короче, по одному отдам. Осколок. Иди сюда, не види к нам. Блять. Все уже, комбат. Бей уже, что ты стоишь. Ну че, блядь? Блядь? Зачем вы Вальку агрите? Пиздец. Все, блядь, весело смотрю. Че, вот неужели так сложно Вальку не сагрить? Пиздец, ребята. Ну умрите, че. Или много там вас? Пока надо. Это... Пока да, это... Пускай лучше умрут, шкафы здесь стоят. Если много, нахуй, сколько много это? 10 человек, хуярьте ее, да и все, нахуй. 15 человек, хуярьте. Нахуй умирать. Будет полгода ждать, тут пока вы прогрузитесь, блядь. Тут какая-то пиздота началась с трэшем. Да, пиздота, нахуй. Потому что что, блядь? Потому что нахуй вы агрите Вальку. Вот почему, блядь. Сука, ну неужели нужно 500 тысяч IQ, блядь, чтобы не сагрить Вальку? Ребята, блядь. Че, вы там убили или сдохли? Мне кажется, они бьют. Не убили и не сдохли. Сколько хп у Вальки, блядь? 100%. Так сдохните, а нахуй. Спрыгните там. Сука, почему вы, блядь... Спрыгните. Бегите к сурку, где там ледяные ловушки. А их там нету сейчас, блядь. Там и трэша нету, нихуя. Сдыхайте, нахуй, быстрее. Пускай хилы стопнут, хилы, все, блядь. Весь рейд практически наверху, блядь. 10 человек внизу, блядь, только вы чё. Сука, в следующий раз, вот кто сейчас бьет Вальку, стойте, сука, никуда не бегите через этот мост, нахуй. Это для вас пиздец испытание, блядь. Ребята, нахуй. Ну почему нельзя не сагрить, сука? Она летит, потом резко раз стрейф назад. Потом да. Опять вперед, опять стрейф назад. Смотрите, там она. Потом где-то она ускоряется там. Не просто она не с одной скоростью летает. Все, сумоньте, в пизду, стоим нахуй. Стрейф сейчас будет, нахуй, мы охуеем нахуй. Вот смотри, летит Валька, блядь. Вот я даже не... Сейчас она долетит и развернется. Вот сейчас смотри, она развернется. Вот видишь, развернется. А сейчас еще раз развернется. Да, блядь. Да, еще раз развернется. Вот. Только в рейде, вот челик побежал на тапках. Только в рейде, сука, из 25 человек, наверное, 2 человека знают про эту хуйню и все, остальные бегут, а, блядь, нихуя себе. Вот сейчас та будет ускоряться, вон, видишь, дальше летит, она ускоряется. Пиздец, блядь. До лича дойти не можем, блядь. Так, должно время хватать, в принципе, с первого трая лич на РС-ку. Давайте, блядь. И Вилаша, короче, на трэше. Ставить метки не буду, ничего, с расположения, вы знаете, треугольником стоим. Диспелит чуму кто? Хавать рыбу. Рыбу ставить? Или поставил Шаман. Тоже? Поставил, хавать. Акиса ты сумонишь, да? Ой, блядь. Простите, пожалуйста. Диспелишь. Тоже с сапротами стоять? Или можно... Да, похуй, ну не перебивай, нахуй тебе деньги тратить, если ты про быка что говоришь. Ну, принимайте готовность. Не парьтесь, блядь, просто надо выбегать, надо будет с осквернения и все. Бить валик, замедлять. Шаманы пустить диспелит. Так, все готовы, запускаю этого пидора. Неужели прибыли наконец? Хвалю
как метка называется, которую выносить надо? Скажи, пожалуйста. Осквернение. Чума. А, чума? Да. Мертвящая чума. Сначала чума, а потом осквернение. Вон там ДК стоит. Вон ДКшник танк стоит. Смотри, на него квадрат повешал. Надо будет возле него выносить эту хуйню. Чуму. С Мелизоны, с РДД. Только под ебалок Шарку еще нельзя забегать. Он там ударную волну дает на 30 тысяч. Может шотнуть. Опять секунд. Сейчас после заражения будет смотреть. Так, притон. Секунду чума, готовимся. Железный. Я понял. Бургер. Эсая. Так, на каком мобе? Вот, на моба поставил. Ромбик, забери быстрее ромбик. Быстрее, быстрее, быстрее ромбик забери. Притяжку что-нибудь дай. Еще быстрее. Ну, Эвилаша. Блять. Эвилаша, ставлю сейчас. Да ебаный рот нахуй. Ну почему такая хуйня нахуй, Эвилаша? Железный вот, железный. Вот она вреде. Не диспельте, сука. Вот дайте вынести людям. Вот сейчас диспель и ждите, сука. Вынести надо. Нахуй. Да, прыгайте с платформы нахуй. Подойдите сюда всех шаркающему нахуй. Сюда подойдите быстрее, к спине шаркающего. Отверни от рейда. Прыгайте с платформы, долбоебы, блять, тупые, сука. Ну что вы делаете, блять? Нахуй вы её диспелите? Дебилы, там, блядь. На войде была, он мог просто... Эвилаша, что у тебя с реакцией, блядь? Ну, я говорю, забрать на моба ебаного повешалась чума. Челик не добежал на рудалака. Сейчас еще дальше просто встанем, нахуй. Вы понимаете, она будет бесконечно диспелиться здесь. На Сирусе сделали не 3 стака, нахуй. Она будет бесконечно диспелиться. Вы будете так диспелить весело, нахуй. А у Лича будет 1000 стаков, нахуй. Он просто с одного удара убьет всех. Там вальки летают, то есть еще, блядь, не сагрите их нахуй. Пойду посмотрю, как вы бежать будете. Ширкаря зачем развернул, блядь, хуй знает. Какую-то залупу исполняете вообще, блядь, ну, пиздец. Да и, блядь. Железо не вынес, да? Или кто? Или здесь, ну, там рейнджа есть определенная, с которой она перекидывается, блядь. Раньше, не раньше, блядь, сейчас дальше просто поставлю метки. Видимо, ну, понимания никакого нету, блядь. Сейчас поставлю за 20 метров, нахуй. Будете бегать, блядь. Нахуй вы вальку, сак. Сейчас будем бить две вальки, нахуй. Это не я в тени. Все, идем, пойдем за мной, нахуй, за звездой. Хули вы встали? Пошли, сказал, блядь. Валик идем бить. Вот эту бьем вальку, нахуй. Раз вам их нравится бить, блядь, фулл ДПС. Вюпсень, по КД кастуй оковывание нежити, блядь. Чтобы это... Эску нам ебать. Чтобы эта тварь, вот, не призывала эту хуйню. Диспел с нее. Сейчас и вторую еще бить будем. Пока бьем, там подумайте, блядь. Над тактикой, блядь. Кружок быстрее добивайте. Или что, или геру дать, что ли? Че с ДПСом? Давайте Геру нахуй, ДПСа нет нихуя. На Лича нам все равно Гера не нужна, блядь.
да, кружок, кружок добивайте быстрее. Пошли, отведем ее от мобов, может с нее бафы пропадут. Вот эти синие. Вот видишь, два осталось, давай еще дальше отводим. Идите за кружком, бейте. Кружок добьете сегодня? Пизда, блядь. Сейчас будете в эту ледяную хуйню заходить, вайпаться, блядь. Ясно, блядь, на 200 тысячах. Сейчас, короче, упадем, если не добьете, блядь. Заходите в эту белую залупу. Сейчас валяк будем бить заново, нахуй. Уёбки, сука. Какого хуя вы бежите на валяк? Вы понимаете или нет вообще? У вас есть монитор там, блядь? Сдыхайте все в синее пламя, заходите, блядь. Вальки сейчас эвейдится, зайдем в инст и стоим возле после сурка на портале, блядь. Сдыхайте. Эй, я фья, блядь. Быстрее сдыхайте, сука. Трэш тут стоит. В инст не заходите, кто сдох, блядь. Пока трэш стоит, маг нахуй. Ну быстрее сдохни, нахуй. Пизда, да, блядь. Маг наверху стоит. Мы наверху стоим. Блядь. Где наверху? Наверху это где? Налечь. Прыгайте налечь. С платформы, нахуй. С платформы, нахуй, прыгайте. Тут стоит трэш. Пизда. Весело, да, с вальками, нахуй? Умирайте в синей ловушке, кто здесь. Остальные с лича спрыгивайте, блядь. Вы не заходите. Здесь стоит трэш, блядь. Что может неясного быть, сука? Маг, нахуй, сдохни быстрее. Эсса, сдохни. Все сдохните, в инст не заходить. В синее пламя зайдите, блядь. Или гайд еще рассказать. Вот, трэш исчез. Заходим в инст теперь, все, кто сдох. И портуемся после сурка портал там. Верхний ярус, нахуй. Там сейчас будем бафаться, жрать рыбу, нахуй. Еще геру дадим на валик, нахуй. Пиздец, нахуй. Я хуею, блядь. Почему... Вот, сука, неужели у вас такого никогда не было? Наверное, всегда все идеально проходилось. Стойте здесь, на лича никто не идет. Стойте, куда ты побежал, блядь? Вот у нас Акиса еще не пришел, Эсса не пришел. Кто ДПСить будет? Видели, валик не задпсшиваем, нахуй. Пошли на мост за звездой. Акиса и Эсса быстрее догоняйте. Всегда теперь валик будем бить, блядь. Я ебал эту хуйню, блядь, смотреть эту парашу, блядь. Стоять, на лича никто не идет, сука. Куда вы? Валик ДПСим. Давайте ДПС разъебите ее, блядь. Кастую эту хуйню. Вот, нормально. Во вторую вальку выпсень покастуешь эту, как она называется, блядь. Стоим здесь на мосту. Сейчас эта пидораска сюда прилетит. О, там видишь? Боешка 200. Боешка 200. Давай. На кого бог пошлет, закинул. Все, бьем эту тварь. Она вайпает рейды, блядь, я ебал. Это месть, нахуй. За все рейды, где валя кагрили. Пизда, теперь можно вайпнуться смело, нахуй. Теперь если вайпанемся, можете бежать прям ебать. Просто, блядь, монитор выключить и до лича добежать можно. Прям, смотрите, чистота какая, охуеть. Все, блядь, заебись. А где Эсса? Сейчас метки еще поставлю тут. Эсса наверху стоял, чилил. А, ГЦ нахуй Эсса, блядь. Хавайте рыбу. Надеюсь, блядь, больше такого не будет, нахуй. Мы там бьем, значит, ты чилишь. Вот тут, вот тут стоит лич. Вот тут стоят РДД. Вот тут. Давай, блядь, подальше, нахуй. Ебать, тебе будет весело. Вот тут стоят шаркари, нахуй. Если, и, а, когда чума перекидывается, диспелится или просто перекидывается, там идет такой зеленый, блядь, от человека... Как мор передается, нахуй, зеленый такой лучик, нахуй. Вот. Если ты увидишь, Эвилаш, эту хуйню зеленую на вурдалака перекинется. Я там пока метку поставлю, блядь. Еще не стаунтил, нихуя. Эта чума, она убьет вурдалака, блядь. Убьет следующего вурдалака. Если на это хуй забить, она пойдет по рейду.
Если челики не подойдут к шаркающему нахуй, то хилы будут просто как дурачки диспелить. Ну, не как дурачки, у них, блядь, автоматизм. Но это не поможет нихуя. С человека, если диспелить, можешь миллион раз диспелить. Это на Сирусе так сделали. Это раньше было, что 3 стака ты диспелил 3 раза, и все, она исчезла. Тут не так. Поэтому, блядь, чума должна быть на трэше возле танка. Возле квадрата, который... Ебать, нихуя сложного, просто вот эти маленькие нюансы вы не знаете, и поэтому такая залупа получается. Принимайте Акиса и Эсса, блядь. Вы тут? Эсса? Блядь. Ёбаный в рот, он стоял, чилил, блядь. Короче, блядь, Эсса, блядь. Запустил. Эсса, ты тут? Да он только что знаки гильдии юзал, блядь, 10 секунд назад, блядь. Так а чё ты не принимаешь, блядь? 30 секунд проверка идёт готовности, ты не принимаешь, стоишь у меня, блядь. А. Ой, блядь. Чуму в ромбик выносите. Блять, а где моя центральная метка, сука, исчезла? Ну, ладно, похуй. Я кружок ебанул. Ладно. Послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! 5, 4, 3, 2, 1. Шаркающий через секунду уже поверну ебалом к тебе. Вылезет где-то здесь. Вот видишь как. Так. После заражения будет чума. Смотрим. Рарник. Вот он, смотрите, выносит. Все, убегай. Там такая зеленая хуйня, лучик такой. Так, чума 5 секунд, готовимся. 2 секунды. Так, смотрим рарник опять. Вот смотрите, зеленый лучик такой на нем будет. И он на мобе, на мобе, на мобе, на мобе, рарник. Ну, сука, не беги. Забери с него моба. На рарнике опять, еще диспел. Сука, вот эту тонкость вы не понимаете, нахуй. Забери еще мелкого одного. А, у тебя 2 шаркаря или один? Чуть не могу понять. А вот, вот второй вышел. Один. Эвилаша. Так, с Эвилаша диспельте. Он сдохнет же, блядь. Алло. Водикон выноси. Секунда. Диспел. Ебать. Пизда просто, нахуй. Нервотрепка, блядь. Так, гневный дух. Давайте бьем духа. Сверки бьем. Все, третьего духа заберешь. На второй переходке первый, третий мой, второй, четвертый твой. Сейчас последний дух и сверки бейте. Сверку, сверку. Еще сверку одну. Перед ебалом заебись, да, бегается, сука? Охуеть. Ты тут, блядь, заебись. Как? Охуеть. Я понял, блядь. Хуй знает, что это за кнопка была. Full DPS по валькам. Это портал кнопка была.
Осквернение, значит, это 5 секунд. Все, из подвалика ушли, из подвалика ушли. Так, Юпсень. От него отбегаем. Все, заебись, молодец. Сейчас будет и осквернение, и вальки одновременно. Вот эта хуйня. Под вальками лужа не должна находиться. Вот примерно как Юпсень разлил. Вставайте уже на края от этого осквернения до глыбы. На полукруг. Милики, через 3 секунды выбегаете из-под лича. Я тоже готовлюсь выносить. Валик хватает, валиком стан. Фулл ДПС по валькам. И это осквернение уходит. Осквернение секунда. Женец на мне. Захилим осквернение. Все отлично. Фулл ДПС по валькам. Быстрее, ну кружок застанет. Оковы, какую-нибудь залупу. Быстрее, по кружку все. Милики вот эти две. РДД в кружок сыграли. Быстрее ДПСим, чтобы шуба заворачивалась нахуй. Ну где ДПС? Как не ДПС, это вообще. Сейчас упадет все. Там не лог был. Сейчас будет сначала лужа через 7 секунд. Ой, блядь, и кто это? А, бургер, ладно, мы с ним. Значит, осквернение секунда. Потом разольем с краю и вернемся в центр. Вот, отлично. Возвращаемся к лечу, в центр. Вот, отсюда летим примерно по направлению шипа. От спины лича. Вот, вальки хватают. Фулл ДПС по валькам. Замедление. Корус холода, любую хуйню. Фулл ДПС. Осквернение 7 секунд. Милики уже вышли из-под валик. То пока вы будете выходить. Из-под валик выйти. С центра тоже выйти. Кто там в центре стоит? Там тоже лужу нельзя разливать. Вот. Так. Жнец душ. Хуярим еще. Дайте Геру. Значит, сейчас вальки, сейчас начнем их бить. Вальки 3 секунды, осквернение 10. Так, вальки хватают. По ним начинаем фулл ДПС. Вот они схватили. Милики уже право-лево разбежались, вышли. Осквернение 2 секунды. Как только лужу разольем, идем фулл ДПСить валик. Так, разлил. Идем валик ДПСить. Так. Все. Блять, 6%. Ну давайте лича хуярим, короче. Там тоже вроде как пятая волна осквернения, потом вальки сразу. Короче, смотрите, осквернение 5 секунд. На полукруге здесь рассоситесь немножко. И фулл ДПС по личу. Осквернение разливаем. На ком? К личу идем, ближе к личу сюда идите. Идите, идите. На край, короче, идите. Дал незыбку. Випсень, запрыгнешь, гим на хп. Сейчас смотри, сколько сдохнет, интересно. Раз, сдох. Видим же проценты. Первый, третий мой. Второй, четвертый твой. Так, когда зайдем на платформу, Синтек, реснешь Викторку, а Вадикон ты тута. Так, второго забирай. Шары, помогайте бить, сейчас шаров в два раза больше, не по одному, по два спавнится. Прием, три шара летит в рейд, ДПСа по рейду дохуя, ну разъебите быстрее, ну, сука, блять, вот, алло нахуй, ну это пиздец, ребята, страшно же нахуй, и так времени, блять, проебали. Шар летит вот прям в 5 метрах от меня, вы не бьете, блять, пиздец. Так, это твой, три шара, блять, летает. Хуярьте шары, помогайте, кто там, маги, кто-то нахуй. Вот шар, на него не беги нахуй, беги в бок. Сейчас лич будет забирать челика в комнату какого-то. Смотрим. Вот, захилаем реального. 5 хилов, работаем. Давайте, ресайте. Ты тут, ресай. Теперь играем трон-портал. Вот, все убегаем уже к глыбе. Прячемся. И Вилаш этот самый хлопает. Все там. Прячемся к ступенькам. Осквернение около вас. Осквернение выбегаем. Долбоебы, блять. Есть у кого-то встать, шаманы? Давай, ресы. Лока, хилов.
Оскорнение в рейде, блять. Заебись. Ой, блядь. Что там рез эти? И главное, аддон нахуй говорит, осквернение на вас нахуй. Кого там сумонить надо? Есть кто встал? А, всех резнули. Только БРы проебали, заебись. Жрите рыбу. Пир для великанов — это не рыба. Бать, у меня же голова начала болеть с этой хуйни. Короче, я запускаю, там нажимайте, да? Подхильте собаку, пожалуйста. Спасибо большое. Очень любезно. Резко там инс на 20 минут, в принципе. Если минут 5-10 задержусь, может успеем. 14 минут перезагрузка. Ай, блять. Нахуй. Тогда уже точно без резки, нахуй. А кто на чем меди спалит? На киса вроде как должен. На киса ты же диспалишь? ДКшники в рот подудите. Куда он бежит? Навела, что сначала побежал. Он реальный. Ебать ты мелкий, тебя вообще не видно нахуй. Милипизерный, блядь. Да смотрю. Гогель-могель, ебать, решает вопросы. ПВП, наверное, заебись, себя хуй найдешь, блядь. Да ебать, не, я не ПВП, шар, ебать. Чума 5 секунд. Так, смотрим на ком история. Вот видели, зеленая такая полоска была от него. Вот надо убедиться, что она идет именно в трэш, который напали на танке на втором. Напали, блядь. Так, шаркающий. Немножко далековато. Ну там гриплешь. Цивилаш иди спальте. Ну, блядь. Вы, сука, вообще пиздец или что нахуй? Поближе, к личу все встаньте. Блять, я хуею. Надеюсь, на этих пидорах есть чума. Да, есть. Да. Я понял, блять. БР, нет, да. Понятно, нахуй.
Ну, нихуя у нас нету. Сюда не подходите, только милики. Духа подведите ко мне. Да ебаный рот, ну. Так, что там до БР по 3 минуты, да? Так, а чума кончилась, да, вроде как? Да ёбаный, ну я здесь, нахуй, алло, я здесь, бык, нахуй. Почему ты не видишь, где танк у тебя стоит, нахуй? Шарики два разбейте, алло, или улетите. Сука. Еще шарик. Геру даем. Фулл ДПС по духам. Поближе встаем вот сюда. Сейчас по валькам фулл ДПС, про духов забываем. Валик нахуй. Не убьете валик, что там локи, нет? Два лока. Бейте только ромбик, только ромбик. Ну все, кружок тоже разбивайте. Треугольник не бейте, там лок. Осквернение, вон, охуенно. Выбегаем с лужи. Сейчас будет вальки одновременно с осквернением. По полукругу встаем. Милики уже вышли. Или рано я вам сказал. А, бейте пока еще. Что рано сказал. 7 секунд вальки. Все, 5 секунд оскорнения. Выбегайте, билики, отсюда. Оскорнение не раз... Не... Как сказать-то, блядь, правильно? Ой, блядь. Вон, лужа разлилась. Валик фулл ДПС. Кто у нас в ромбике? В ромбике призом. Треугольник не надо бить, думаете, да? Треугольник бьем, стан. Ну быстрее, блядь. Осквернение 5 секунд. Когда разъем осквернение, вернемся в центр. С центра уходите сейчас. Сейчас в квадрат придем после осквернения. Осквернение секунда. Так. Возвращаемся к личу, идем. К личу на эту сторону будем лететь уже. За спину лича вставайте. Да. Фулл ДПС по валькам. Замедление сразу на них. Всю залупу. Так, осквернение 5 секунд. Все, выходим из центра. Выходим из центра. Осквернение в центре не надо. Сразу разлили лужу. Возвращаемся в центр, вот сюда, на другую сторону, к звезде будете лететь. Быстрее к лечу. Вальки будут хватать. Давайте. Так, Вадикон откатится, реснишь Ивилашу, а Синтек реснишь Вихторку. Когда откатится. Ну там только в благоприятный момент. Осквернение 2 секунды, вышли из подвалик, быстрее разбежались. Рейндж набираем. Дал незыбку нахуй. Вот лужа перед вальками, ебать. Вы что, сука? Быстро по валькам ДПСте. Совсем не понимаете нихуя, куда нести лужу нахуй? Или что, блядь? Мне интересно. Пиздец. Так, 5%. ДПСим лича, короче. 5-4%, блядь. Осквернение. Из-под лича уходим, милики разбежались, осквернение секунда, и потом будут вальки. Сильно за край не убегайте, чтобы валик, ну, это успели. Все, к личу быстрее бежим. Захиньте воида, блядь. Хватают вальки, им даем стан, фулл ДПС по личу, идем к порталу с личом. К звезде уже на край идем, все остальные валькам стан. Сюда вот встаньте, сука, чтобы не сдох никто. Вот тут встаньте, быстрее, блядь, рейд. Валик не бейте, идите сюда. Алло, блядь, прием, как слышно, нахуй. Ай, наверное, вас сокру. Захиливайтесь. Минус Эршам. Стал Эршам, захиливайтесь. Значит, ставь тотем. Юпсингим на ману читай. Не фулл баф по шаману, каску лапу приставал.
Так. Когда зайдем на платформу, не спешите резать. Сначала запустим человека в комнату. По духу в шары. Один шар. По духу играем перед ебалом. Да сука, что за хуйня? Сейчас захиливаем челика в комнату. Идет синтек, захиливаем его. Сбить каст, что там? В мишку удар оглушение, это ебаное. Вот. Вадикон ресай пока что и Вилашу. Викторку, ну ладно. Вставай. Осквернение скоро. Осквернение 3 секунды. Слева, справа. И одновременно с этим бежим к личу. Не стойте там возле духов, сука, но они же спускаются. Все, даю незыбку. Хлопаю Вилаша. Ну, духи хлопаем. Вилаша мертвый, его не резали. А, да. Я под багом поймал. Сейчас он выйдет из комнаты. Синтек. Блять, надеюсь, ты там это... Захиливаешь зеленого духа, синтек, нормально? Осквернение 3 секунды. Осквернение. За лечом идем одновременно и выносим осквернение. Оно и на мне тоже может быть. Бежим сюда. Прячемся за лечом. Я сейчас на ретрике половлю духов. Давай. Так, прожался немножко. Бать, они в рейд летят. Ну я тут стою спиной, ловлю. Там кто-то тоже ловил. Вот быка захиливаем. Захил, захил, захил. И готовимся. Уже можете бежать. И осквернение после каста будет через 2 секунды. Бежим уже на противоположную сторону. Синтек, там и Вилашу ресай. Где он там? Где-то в центре должен валяться. Вот, вставай. Каску лапу пристабав. Пускай это, как это называется там. Встретит смерть еще раз от неистовства ледяной скорби, блядь. Последняя пачка духов, наверное, на сегодня. О, ебать. Понятно. Че, прожибок нет, что ли? 3 минуты перебуд, блядь. Осквернение сразу будет. А, бьем, это, лича, идем на ходу, бьем милики. Осквернение. Не сбегитесь только в него, сука. Добиваем. Там 0.5%. ДПС здесь. Сука. Просто пиздец. Сложно. Очень сложно. Всегда было легко. Ну да, иногда становится сложно. Так. Убивай его, чё стоишь? Да, блять, там будет промах. Ишь, промах, промах. СЛК, эпохалка, блядь. Ребут 3 минуты, блядь. Мы как-то тоже на том КД вторник, что ли, ходили. СЛК, блядь. Второе вечернее. Тоже такая же хуйня, только до ребута было минута 45, и он начинает пиздеть вот эту хуйню свою всю лично. Потом, короче, появляется сундук и 15 секунд до ребута, блядь. РЛ говорит, ебать, говорит, ставим групп лут. Открывает сундук, все нажимаем отказываемся. Ну, вроде как шмот, все осталось. Нормально. Так мы так без ребутов зав на той неделе ходили, блядь. Только лутанули босса нахуй. И все, и до свидания. Короче, смотрите, ну и резко точно все нахуй отпадает. Как бы это было не прискорбно, блядь, но мы могли. Типа мы сейчас потеряли. 50, да, да, почти, да, короче. Есть возможность, я поставлю. Но я знаю, что тебе 3 не нужна. Да. Поставим, что-нибудь другое сходим там. Куда у нас там есть? ГМХМ сходим нахуй. И что еще там есть? Я забыл даже, что там есть. ИВК, блядь. ИВК тоже нахуй, надо скиллованы. Быстренько сейчас заберу все себе, после ребута разберем. Так, прилив. Блядь, лут хороший нахуй. Так, прилив забрал. Глору вторую забрал, блядь. Покорителя. Блять. Релогаться надо сразу. Да кому-нибудь закинь. И все, релог. Че там минута, да? Я почему-то криво показывал. Сначала ДПС. Написано 8 ДПС, а 7. Покорители вообще надо кому-то?
А вы скрин сделали? Может, на давай, скрин сделали? Давай сейчас. Короче, покорители не надо никому. Прилив, это. Кому надо? Киньте ролл, я посмотрю по ИП. Ты тут, ты уже вряд ли заберешь. Там вон выше. Выше челики есть. Два соска. Может, никому не надо будет. Ну, два соски только, наверное. Ладно, пока. После ребута тогда. Тогда после ребута. Два соска, наверное, заберет, раз никому больше не надо. Нет, а второго, второму же магу надо. Я взял этот 64-й, мне в любом случае надо будет зулама на этот посох, поэтому у него... не принципиально, я если что уступлю им. У него ИП там ноль. Ну пусть забирает, что парень, парень очень хорошо дамажит. Смотрите, там ты тут вроде выше. Может он все-таки будет у себя одевать? Мне в любом случае зулама нужен посох, а хули мне тогда с этим кинжалом делать, потому выкину и все. Пока почилим там 3 минутки. Потом пустят, заходите, разролим. Отойду тоже пока. И быстрее. Ром, ты тут? К сожалению. Извините, но во мне сегодня 8-летний. Это ты тут. Отдашь прилив там магу? Что там пускает? Славян меня не любит в таком состоянии. Сегодня во мне 8-летний коньяк. Угу. А у нас сегодня 8-летняя ебаная хуйня, блядь. Пул валик, нахуй, по КД, блядь. Вайпнулись и пулим валик, нахуй. Ебать, весело было, пизда просто. Лучше, чем твой коньяк, нахуй. Так, и народ, если я в рейде, но ЕП будет начисляться, мне можно не заходить, да, в игру? Да, да. Персонажи там в рейде, они ЕП получат. Пускай уже запустили сервак. Сейчас попробую зайти. Да, вроде запускает. Так, Дима, ты тут? Дима. Мутный, ёпта. Ну, только что вроде говорил что-то. Может, ушел уже? Короче, я в седых холмах. Это самое. За шмотом, короче, я так понимаю, не все ренегаты. Давайте в Клаку, в Долоран идем. Кстати, пока проотлагает, блядь. Если протонусь. Блядь, слагает пизда нахуй. Вот тут еще не все зашли, блядь. Прилив и Глора. Глора сейчас какой товар у нас заберет. Кто у нас сваров, фурик? По-моему, все фурики сейчас уже. До нас, ну, все трое фуриков. Святос только армс, да? Нет, Святос тоже сейчас фурики. Угу. Говно пуха. Угу. Ну да, в принципе, если что там. Если шем брать, конечно, можно что-то другое там. Да там сейчас много пух есть, которые можно город поменять. Ну, блядь, надо пояс выбить только что-то для атак. Вот если пояса нет, то гора заебись. Если пояс так, есть, два соска, и ты тут будете уступать магу, у которого 0 ЕП, да? Вот этому новенькому. Да, я уступаю. Так. Ну, просто... мне тоже не принципиально. Беги сюда, маг, в Клоаку. Кружок на тебя поставил. Вот. Давай, звездочки, обмен. Ой. Сука, сравни достижения нажал, ебаные, блядь. Так, вот тебе пуха. Короче, покорители у себя оставил, вдруг пригодятся. А он титикака слакает по КД в каждом рейде, потому что он не умеет миликом играть, да, титикака? Наверное, тебе надо на РДД обратно пересаживаться. Так, давайте, Глора.
Заебало. Так, Глора. Вары, давайте. Ебать, я это мару у вас, пиздец. Но стресс. Все только на стресс, да? Да, да, ну пусть все, ничего нет, пока все девается. Так, давай на стресс обмен. Лучше он ДКшнику, который сролил, по сути дела. Да, Войд, как тебе нары, как тебе взял, что ты вижу. Ну да, как Войду везет, что он не с одного города со мной и с... Как оно... Там у нас еще один есть, мой Нагиди. Для ДКшника это реально самая топовая пуха. Ему это заебись будет. Да, да и Фурику заебись. Я еще и на ретрика, кстати, забрал, блядь. А ты срез не делал, да? Срез делал, делал. А, делал когда? Да. Ну, там, это, в среду, что ли. Или, ой, во вторник я делал. Во вторник. Так. Сейчас я ИП накину, блядь. Это самое главное, блядь. Так, у меня вопрос, а железному быку я отнимал или нет, я вот не помню, блядь. Нет, нет, ему прислонул 800, он ушел, ты сейчас за фоурейт ему дал. Угу. Минус там сколько, за 8 баксов, 800? Да, 800 минус. От, ну, сделаем, да и все. Че я уже сделал? Все, все чилим. Завтра что-нибудь там пронесем. Ну, Святоса не будет, там, значит, РС-ку на другой день поставим. Короче, придем там уже посмотрим. ГМХМ, что там, ВК. Может, плащ выбьем. Может, получится у вас. Ты после этого, блядь, что было позавчера, надеешься на плащ? А чё, нет? Поэтому я тебе и доверяю. Надо стараться, что там, блядь, там нехуй делать. Ну, типа, я говорю, если кому-то прям и похуй, нет, похуй, это будет со временем будет видно. На людей мы посмотрим, блядь, если видно, что человек, ну, первый рейд не бум-бум, второй рейд, ему похуй, он ни тактику не посмотрит, ничего. Если вам надо убить эти плащи, их нехуй убивать, открывайте у меня на ютубе, блядь, видосы и ВК, нахуй, отдельный плейлист, блядь, и смотрите. Да, никто не спорит, что это вообще красавчик. Мы с... Это я хомуха.